Всем привет, меня зовут Ваня Рассел, и сегодня очередная реакция на участников Евровидения, и сегодня у нас кто? Австралия. Да, и сегодня нету моего вот этого приветствия, потому что я посмотрел опрос, вам оно не понравилось, так что будем без этого приветствия. Поздоровайтесь с моей шторкой. Да, она вам передает тоже большой пламенный привет. Заставка. В этом году Австралию представляет певица Джессика Майбой, по-моему, правильно я ей сказал или нет, потому что у меня всегда с произношением каких-то артистов проблем. А что мы знаем про Австралию? Я помню, вроде бы Австралия недавно начала принимать участие на Евровидении. И я не так помню всех артистов, кроме такой типа азиаточки. Как я помню самую любимую вот эту ведущую, которая всегда дает баллы. Я не знаю даже, как ее зовут, но она всегда умиляет и поднимает настроение. Ну что, давайте сразу приступать к реакции. Посмотрим, чем нас удивит в этом... А, еще. Я забыл сказать, что Австралия всегда в каждом году представляет хорошие продукты. У них хороший саунд, хорошие артисты, хорошие песни, потому что все качественно, все продумано. Давайте же послушаем, что будет на этот раз. Ой. Песня называется We Got Love. Боже, какая девочка милая. Опа. Красиво. Ой, красивая локация, где она в воде. И в кубе, красиво. Песня такая, что-то тоже напоминает, но красиво, мне нравится пока. Очень мило. Боже, как это мило! Она так позитивом заряжает даже меня через экран. Мне нравится очень. Вау. Мне нравится, что песни есть вот как на куплетах как бы... Без, как вроде бы медленно, да? А в припевах такой драйв начинается. Давайте смотреть дальше. Сколько тут локаций? Раз, в воде. И, по-моему, где она в этом... Сверху на штуке, да? А, еще локация, где она просто на проекторе. Красиво! Вот это очень красиво, где она в воде. Она такая, боже, няшечка. Она похожа на Бьонсе, только чуть-чуть со щечками. Заметьте, на заднем фоне там у нее в клипе какие-то разные тоже. И огонь, и вода, и лес, и облака. Ага, переход. Как это мило. А еще мне нравится ее манера пения. А локация, где она в воде, вообще шикарная. Вау. Еще и хэштег в конце. И этот куб. Блин. Красиво, очень мило. Прикольно. Мне очень понравилась песня. Знаете, в прошлом году у меня было три песни, которые я слушал постоянно. Это Sunstruck Project «Hey Mama», потом певец со Швеции, если не ошибаюсь, с песней «I Can Go On» и «Occidentalis Karma», это Италия. Я вот их слушал и заслушаться не мог. И я вот это в этом году думаю, блин, ну когда же будет песня, да, которую вот уже я захочу вот именно слушать много-много раз. И вот она... Вот она. Мне она понравилась, я ее хочу послушать обязательно в наушниках. Как она будет звучать? Боже, девушка зарядила меня позитивом. Очень сильным позитивом. Песня We Got Love. Все насколько воздушно, все насколько легко. И особенно
мне нравится, что в клипе вот там три локации, да, этот куб, даже четыре, можно сказать, куб, этот проектор, где она танцует на фоне проекции изображения, в воде, где она лежит, это очень красиво. И вот эта штука, где она со штукой этой на голове, в принципе, это как бы тоже набор просто локаций в клипе был, но там вот на заднем фоне, если вы заметили, вот была вот вода, облака, люди счастливые, это насколько, вот это не было, знаете, как нарочито, это было легко, непринужденно, это не было типа вот смотрите, вот тут люди бегают, все очень банально, да? Это было именно в тему. Вот чуть-чуть, не так много, было много ее, да? Ну как много? Было в... Она красивая очень сильно, и ее, в принципе, она такая вот именно... Так и надо было, чтобы ее было достаточно, да? И локации пару поменяли, не как у Юлии Самойловой, да? Снова она. Кто-то мне писал в комментариях, что я ненавижу Юлию Самойлову. Боже мой. И там, или как-то... Вы писали, что какие-то политические эти... Нет, нет. Боже, Юлия Самойлова прекрасная девушка. Да, это ей нужно отдать должное, то, что она в таком положении, да, с такой жизнью, она на Евровидении, ребята. Я ничего про... Мне песня не понравилась. И мне... Я ж, это не про Самойлову я говорю, а говорю про тех людей, которые ей это делали. То есть она как бы ей сказали спеть, ей сказали сесть пропеть. А кто ее снимал там близко, да? Кто монтировал это видео, это я про этих людей говорю, про продукт, не про человека. Я не общался никогда лично с Юлией Самойловой, и я не могу ее судить. Я могу сказать только как со стороны зрителя, что мне не понравилось как бы Юлия Самойлова, хотя песня неплохая, я это говорю. И почему я сейчас разговариваю про Юлию Самойлову, я не знаю. Ведь сегодня у нас Австралия. Ребята, у нас сегодня Джессика Маубой с песней We Got Love. Песня зазывающая. И, кстати, на уровне Австралии. Потому что хорошая аранжировка. Хороший, шикарный вокал. Девочка прекрасная, веселая и позитивная. Она такая... Какая-то тропическая, экзотическая. Похоже, чем-то мне показалось на Бейонсе, только со щечками. Видите? Щечки. Это была самая ирония, вы же понимаете. Не знаю, люди тут даже и дизлайки ставили на видео, не знаю почему, что им не понравилось. Может, им показалось, что это, как всегда, банально, песня про то, что все хорошо. We got love. Но почему бы и нет? На позитива, на Евровидении. Позитив должен быть на Евровидении. Позитив обязательно. Если в прошлом выпуске я плакал, в этом выпуске я должен радоваться, потому что я рад, что я сегодня посмотрел Австралию, потому что мне это доставило удовольствие, и я получил заряд позитива. И посмотрите этот клип отдельно, на самом деле, и я думаю, вы тоже будете в хорошем настроении, потому что песня очень милая. Может быть, я же говорю про себя, а вы напишите в комментариях, понравилась вам она или нет. Потому что вам, может, она не понравится, я знаю. А мне песня очень сильно понравилась. Джессика Маубой, или Маубой, я не знаю, как это прочитать. Ну, я думаю, что... Ну, я бы по 10-бальной шкале, я бы ей поставил, ну, 9-ку. Неплохо, да? Почему 9-ку, почему не 10-ку? Потому что мне кажется, что будет еще что-то лучше, что я посмотрю. Хотя в прошлый раз я смотрел Италию, и я расплакался. Это очень достойно, это очень душевно. Ага. Италии я бы поставил 9-ку тоже. Но я хочу, чтобы люди были позитивными, несли в себе позитив, добро. И мы получали удовольствие от просмотра видеоклипа, от прослушивания музыки, да, чтобы мы понимали, о чем эта песня, о чем эта песня нас зазывает, чему эта песня может нас научить. И я считаю, что если кто-то из вас пишет музыку, да, пишет стихи, не бойтесь, не забрасывайте это, потому что это нужно продвигать в массы. Никогда не бойтесь поделиться своим мнением. Потому что это вы, это ваше творчество, это ваша душа, это ваше нутро. Если вы даже написали какую-то плохую песню, плохой стих, дайте кому-то это оценить. Потому что когда ты что-то пишешь, оно очень ценно для тебя.
Я знаю многих людей, кому не нравится моя музыка, да, это мои знакомые, это мои друзья, они даже их не слушают. А есть люди, да, которые пишут, блин, круто, мне нравится эта песня. Есть люди, которых я встречал лично и говорили, и показывали, что у них на телефоне есть мои песни. И в этот момент ты понимаешь, что, блин, ты же это делаешь не зря, да? Ты стараешься, ты ведешь свой канал, ты общаешься со зрителем, да? Ты обмениваешься какой-то информацией, ты даешь слушателю послушать свою песню, да? Конечно, есть песни плохие, не спорю, но, может быть, они для меня плохие. Но если у вас найдется хоть один слушатель или зритель, послушайте, никогда не забрасывайте это дело. Потому что, неважно, там, да, на просмотры, там говорят, ютуберы зарабатывают бешеные бабки. Нет. Да, ютуберы могут зарабатывать с рекламы, да? Заказчик дает рекламу, ты делаешь рекламу, ты получаешь за это деньги. Но то, что мы говорим на камеру, лично я, давайте буду говорить о себе, я это говорю искренне. Я всегда скажу, мне это не нравится, мне это нравится. Я читаю ваши комментарии, я их лайкаю, я отвечаю. Потому что мне важно знать, что вы думаете обо мне, об моем канале, о том видео или каком-то видео, да, то есть о моей реакции, то есть понравилась вам песня, нет. Я это ценю, я ценю то, что вы меня смотрите, я ценю то, что вы оставляете какой-то комментарий, ставите лайк, даже дизлайк, потому что это показывает, что это же нормально даже поставить дизлайк, видео может не понравиться, просто абсолютно просто так. И я это ценю. Спасибо вам за вашу искренность, открытость и вашу критику в сторону меня и моей шторки. Ребята, спасибо вам большое. С вами был Ваня Рассел. Пишите мне, давайте, какую страну следующую смотреть. Я хочу уже что-то посмотреть. Знаю, что вы хотите Швецию, Данию, Бельгию, по-моему, да? Да, что-то такое. Я знаю все. И все будет. Я вас очень сильно люблю. А с вами был Ваня Рассел. Пока-пока.